Валерьян, привет. Завершились съемки фильма. Вот сейчас собираю вещи, скоро уезжать буду. Вчера мы закончили снимать. За неделю сняли фильм. Жесткий был график, по 3 часа в день спали. Но съемки завершились. Теперь через полгода выйдет фильм на фестивалях, а потом уже в интернете. Как по звуку? Слышно меня голосом или из-за моря ничего не слышно? Таня, привет! Вчера, кстати, голос сорвал. Закопали в песок меня. Где-то на 2 часа в песке был вот так вот закопан. И сцена была такая суть в том, что я боялся умереть и к Богу кричал. Господи, помоги! Господи, прости меня! Там и так далее. Плюс горловое пение. И голос уже на 3-м дубле сорвался. Пришлось восстанавливать. Это не просто было. Но я справился. Гимнастика стрельника, дыхательная. 100 раз, 100 вдохов. И потихонечку, и все нормально. Алина, привет. Аня, привет. Вот с морем прощаюсь. Сейчас уже все, у нас вещи собраны. Скоро буду уезжать. Решил прямой эфир провести, пока есть такая возможность. Вчера самые сложные сцены отсняли технически. В песке надо было находиться. 2 часа лежали закопанные. Где-то локаций 7 песков. 6-7 локаций вчера объездили. В такой прострации вся съемочная группа находится. У меня все отлично, Алина. Как видишь, настроение замечательное. Фильм сняли. Сейчас хожу. Любуюсь природой. Сейчас поближе к морю подойду, туда. Здесь хорошие места, можно много чего и клипы снимать, и стихи записывать. Но по звуку тяжело, приходится голос напрягать. Микрофона же нету профессионального. Воды, без движения море спит, и с досадой корабельщик на поверхность вод глядит. Ветер дует необъятный, тишина, как смерть, страшна, и в пространстве необъятно не поднимется волна. Это Иоганн Гёте написал это стихотворение, только здесь волны поднимаются. Да, спасибо, Аня, я передам. Спасибо, на связи. Давайте женщинам дадим бразды правления, их род порядок наведет. У них интуитивное влечение и к миру, и к тому, кто в небе ждет. В конце концов, все было из-за женщин, все есть и будет ради них расти. В их головах мозгов ничуть не меньше,
да плюс душа, как Млечный Путь блестит. И этот блеск притягивает свыше любовный ток уж миллионы лет, покуда нам не посносило крыши. Давайте женщинам дадим зеленый свет, пусть правят нами, но пусть правят нами тонко и сердечно, пусть поднимают нам, что можно в нас поднять, пусть поднимают дух, чтоб ярко, вечно. Хотели мы их грязы выполнять. Вот как-то так. У моря, конечно, тяжелее читать, чем дома в квартире, где акустика, но зато вид хороший. Здравствуйте. Я прямой эфир провожу. Мы кино снимали здесь, из Москвы приехали. День почвенного петуха называется. Комедия там про отношения полов. А когда вы женщин. Через полгода на фестивалях, потом в интернете. Ну, будет написано, что кучу бурок насняли там все. А я видел камеру, да? Да, вот здесь, на этом пляже вулкана снимали. Молодцы. Все, уезжаем. Все. Счастливо. Удачи вам, удачи, хорошего дня. А Джо сняли вы? Кого? Джо. Какой? Это немецкий Джо. Мы про это не знаем. В сюжете у нас этого не было, это мы будем знать. Мы еще в следующем году приедем. Хорошего дня, спасибо. Марат, приветствую. Ну тут люди, кто вот вообще на пляж часто ходит, местные жители, они видели, что фильм снимали, поэтому интересно. Тут не так часто съемки идут. Поэтому много кому кто интересуется. Вчера я сыграл роль Духа Истины, это предсказанный Мессия, который после Иисуса Христа придет на землю, чтобы спасти человечество. За два часа мы сняли сцену, очень интересную, на море. Со мной замечательная актриса снималась, Сашенька, ей 5 лет всего. Она мне волосы расчесывала, потом я ее обнял, мы стояли. Ну, финал фильма, в общем, я вам сейчас, можно сказать, рассказал. Этого нельзя было делать, но ничего. Между небом и землей, между Богом и тобой знание, постижение его размыкает цепь тревог желанием, желанием слиться с проявленными лицами непроявленного, единого, которому только и стоит стремиться, чтобы раствориться в любви, совершенствуя вечность. А кто сказал, что на кресте страдают, что крест есть боль, а может крест экстаз, и сам распятый временно не знает, что наконец мечта сбылась. Мечта души глубинная, родная, но телом позабытая, увы. А на кресте вдруг тело вспоминает свой к духу зашифрованный призыв. Хочу распятым быть во имя Бога, во имя вечной огненной любви. Хочу я сжечь грехов людских убогость и людям путь в мир высший подарить, в мир высший, где живут, любя в распятии, и радость излучают на кресте, и через сердце дарят младшим братьям свет знаний о манящей высоте. Сняли фильм на море. Let's go.
joy and love and power. Restore the plan on ours. Let light and love and power restore the plan on ours. Let light and love and power restore the plan on ours. Да восстановят свет, любовь, могущество, план Творца на земле. Да восстановят свет, любовь, могущество, план Творца на земле. Это великий призыв тибетских мастеров, которые призывают нового мессию, которого звать Владимир Майтрея. Но я никого не призывал. Ипотирую тех, кто видит меня на пляже, скажут, сумасшедший приехал из Москвы, или, может, не из Москвы, из другого места сбежал, ходит по пляжу. Вот мои коллеги на заднем плане отдыхают, я их беспокоить не буду, сегодня улетаем, уже через час надо будет выезжать. И уже в Москве будет постпродакшн, который закончится через полгода, у меня будут еще роли, которые мне нужно будет сыграть в короткометражных фильмах, и в полнометражных, и в сериалах. Все сейчас начинается, актерская карьера. На тонком плане есть еще земля, вместившая в себя все лучшее, что было на этом шарике планеты. Где ты и я, я и мы, все слиты воедино, но ощущение от нашего единства пока еще проснулось не у всех. Идет борьба за жизнь и лидерство, людей ввергая в призрачный успех. И то, что называется расплатой за, так сказать, содеянное зло, есть следствие игры многократной. Крутые парни лезут на пролом, не думая о том, какие жертвы придется для прорыва принести. И принеся, увидеть, поверьте, бессмысленность жестокого пути. Спасибо, Таня, спасибо, что веришь в меня, спасибо. Ну, ты всегда в меня верил, и когда я еще тогда пародии снимал, только начинал какие-то фильмы делать, для Воробья играл, спасибо тебе большое. Опоздать на рейс. Постигаем то, что души огнем зовем. Пляж вот такой. Сейчас покажу. Там дальше 3 километра дикий пляж. Я потом сюда приеду, свой веб-сериал буду снимать с историческим городом. Библейский миф будут переосмысливать и интерпретировать по-своему. Но это надо было отдельно заняться, приехать на эти места, написать сценарий и потом уже снимать. Съемкам надо готовиться. После съемки это технический процесс, а творческий процесс это вне съемок. Потому что на съемках до этого времени нет.
Александра, приветствую. Очень быстро съемки прошли, за неделю сняли фильм. Жесткий график был. Обычно такие фильмы снимают 2-3 месяца и бюджет несколько миллионов. Съемочная группа большая. Но зато у нас в команде люди идейные, для которых это смысл жизни, для которых это очень важно. Им необходимо себя в этом реализовать, в этой профессии. Именно поэтому у нас все получилось. Потому что мы как одна семья, одна команда. Завертели эту энергию и направили ее в правильное направление, и все получилось. Вот. Ну, естественно, тяжело было, по 3 часа, по 2 спали, там, высыпались. Ну, что меня радует, ни одной ссоры, ни одного скандала не было. Обычно на съемках всегда же стресс, это форс-мажор, режиссер и большая ответственность. Вот. А у нас все идеально прошло. Не хочется уезжать. И мечта моя сбылась, роль, которую я мечтал сыграть, я сыграл. Тоже необычное чудо. Я две роли сыграл. Я сыграл романтика парня, который с девушкой приехал на курорт. Не буду весь сюжет рассказывать, чтобы свою жизнь исправить, жениться и так далее. И вторую роль ты MC сыграл. Я уже рассказал. Да, я тоже жду, неизвестно когда будет. Там цветокоррекция, озвучка. То, что я горловое пение вчера голос сорвал. Я же пел на пляже, вот тут рядом с морем. В песке был закопан вот так вот, в 10 метрах, там, в 5 метрах от моря. И надо это все будет переозвучивать. Let light and love and power restores the plan on earth. Москва. Премьера фильма скоро будет, и вы все увидите наш фильм. Все увидят фильм фестивалей мира. Поэтому вот это я тут сейчас сделал нормально еще. А вчера, когда, ну, 7 дублей кричать, там надо. Не буду пересказывать вообще весь сюжет, а то вам неинтересно смотреть будет. Все про все спойлеры. Весь сюжет будете знать. Ну, короче говоря, сцена была, кричать надо было, и голос, естественно, сорвался. Весь мир театр, мы актеры и артисты в нем. Спектакль сердечных чакр, в котором мы живем, горим, царим, летаем и духом постигаем то, что души огнем зовем. Вот экспрессивно, а можно спокойно. Марат, как у тебя тренировки, как ты, голос Высоцкого, там, пение, как вообще музыкальная карьера твоя, расскажи. Алина, учеба, как у тебя, напиши, что нового. Ну правильно, вот я тоже шаманю. Поэтому так
спешили снять, чтобы успеть до 20 числа. 20 же говорили. Вот. Медузы погибают, тут не жалко, сколько уже тут таких вот валяется. И больших, и маленьких медуз. Сейчас покажу. Я по пляжу сколько ходил. Вот они. Получается, бедные их волнами выносит. Ну вот. И все. И они погибают здесь, ничего не сделаешь. Надо за временем следить, чтобы я не опоздал на рейс, и самолет а то улетит без меня. Лето провел хорошо, несмотря на самоизоляцию. И финал вот такой вот лета, начало осени тоже замечательный. Надолго это отложится в памяти, я запомню эту поездку. Это невероятный опыт, который еще до сих пор никто из нас не осознал, что съемки уже закончились. Но в таком темпе работаем. Что из образа даже выйти не успел. Только вроде в образ вошел, а уже надо выходить, поскольку съемки закончились. У тебя, Таня, как дела? Напиши, что нового, как дочка, как семья. Легкий помогает, воздух проникает, кислород проникает в кровь, очищает, появляется щелочная среда, и за счет диафрагмы это случается. И поэтому голос громче, звук более насыщенный, а бертона появляются, потому что можно вот так вот говорить, спокойно, тихо, на низах. Можно вот так говорить. Сегодня будет особенный вечер, полный волшебства, как в мультике «Спанч Боб Спекканс» говорил. Все это не благодаря связкам или там актерским каким-то талантам, каким-то приемам, именно благодаря дыханию. Александр Сергеевич Пушкин, Руслан и Людмила. Песня четвертая. Я каждый день, восстав от сна, благодарю сердечно Бога за то, что в наши времена волшебников не так уж много. К тому же честь и слава им. Женитьбы наши безопасны, их замыслы не так ужасны мужьям, девицам молодым. Но есть волшебники другие, которых ненавижу я. Улыбка, очи голубые и голос милый. О, друзья, не верьте им, они лукавы. Страшитесь, подражая мне, их упоительной отравы. И почивайте в тишине. Вот такое стихотворение с глубоким смыслом Александр Сергеевич Пушкин написал. Сейчас как никогда актуально, если вдаваться в смысл. Прямой эфир. Вот все намазались, а я мазаться не буду. Ну, нам уже сейчас время, мы же выезжать. Как раз намажемся, да? Давай. Я не знаю. Ну, не хочешь, не надо, а то потом будешь. Да не, я не буду ныть. Прямой эфир провожу, Ангелина, расскажешь пару слов, скажешь всем, как пошли, и спойлеры все. Да. Ну там три человека смотрят. Привет, три человека. Всем привет, Скучугур. И Скучугур, всем привет, Скучугур.
Артём, скажи. Подойди, вот там нас смотрят зрители. Скажи, ты в фильме снималась? Кого ты играл? Постеснялся? Что, тебя актриса покажет? Постесняется. Она снялась, большой молодец. Взрослые уставали, она выдержала. Снималась очень это долго, ждала, репетировала между кадрами и не устала. Даже сказки сочиняла. А вечером она с собачками и с котиками играла. Да, Саша? Хочет на море. Ты на море пойдешь плавать? Только ноги окунет. Ну правильно, как я эту ноги окуну. Она боится медузы. Там медузы есть большие плавки. Аккуратно. Сейчас здесь рядом постою, не буду растягивать, что я не Пойдем плавать. Я уже снял. Ну снимай и пойдем. Пойдем, наверное, зайдем чуть поплаваем финальный. Телефон с собой уже не возьму. Всем спасибо, кто смотрел. Спасибо за добрые пожелания. Уже выйду на связь из Москвы. Хорошего дня, всем настроения. Пока.